Добро пожаловать на Несс. Эта планета кишит вексами. Красный Легион выслал свои группы, и мы хотим знать почему. Нейра, ты на связи? Командор, ваш любимый ИИ готов к работе. Мне удалось подготовить лазейки в несколько ключевых систем вексов. Мы заметили ряд сейсмических возмущений. Возможно, в этом замешаны силы Кабал. Мы должны знать, с чем имеем дело. Это будет твое задание, Страж. Желаю удачи. Салют, друзья. Сэм с вами. Сегодня у нас прохождение единственного доступного страйка в открытом бета-тесте Destiny 2. Как вы уже поняли, только что по брифингу мы будем мешать Кабалам выполнить их коварные планы. Ну, в данном случае помешаем им заполучить мощное оружие вексов. Страйк этот весьма масштабный, придется очень много попрыгать, пересечь чуть ли не половину карты, опуститься глубоко под землю и там сразиться с мощным боссом. Наши бойцы мне пока не помогают. Сейчас тут, видимо, дошло, что можно сюда прибежать. И они уже наготовенько приехали. Бегу я уже за Хантера. Никак. Мы проходили миссию пролога за Варлока. Это мой любимый класс. С его двойным прыжком. И специализацией на попаданиях в голову. Ну, согласитесь, выглядит чертовски красиво. Посмотрите направо. Водопад масла вексов. Масло вексов. Ух! Так. Снайпера. Бам! Как хорошо мне это сработало. Нет, все же этот пистолет больше для ближнего боя. Нет. Ой, какой он болючий. Жесть. Эти прыжки завораживают. Я, друзья, до сих пор не могу нарадоваться возможности играть в Destiny на PC. Это прям очень комфортно, красиво и намного менее гиванно, чем играть на плойке в шутер все-таки. Здесь я получаю кайф от своего скилла, надеюсь, вы тоже. Странно, как-то смотрю на этот цвет и думаю, ого, блин, какой обалдеть. Огромный призрак. Ага. Кабалы там пока ввязались в драку с вексами, а мы им всем в компот нагадим. Так, огненный щит определенно требует внимания нашего легендарного пистолета. Есть. Ну что, посмотрим, как Легион попытается убить тебя сегодня. Опа. Ты
один из наших бойцов впал внизу, но туда воскрешать его бежать. Он быстрее сам воскресится. Ох, ничего не поделаешь. Черт, а как тебя? Вот же сволочь ты такая, не дождался воскрешения и свалил. Ну ладно. О, Лобов Лайт. Этому я всегда рад. Sky Shadow. Гладиаторы очень жесткие, ребят. Так, снайпера. Блин, Векс. Так, нет, здесь аккуратно. Если спрыгнуть без разбега, можно запросто свалиться вниз. Ух, какая выжженная, шикарная территория впереди. Вы посмотрите, кусок вот этого строения рухнул. Везде воронки. И ожесточенно рубятся просто кабалы с вексами. Куда ты, псинка? Сбить бы его. Явно же можно, раз хп тает. И разумеется, бригады уборов вооружены. Дружеский совет. Кажется, время для ульты. Не зайдем спереди, зайдем сзади. Ага, там был товарищ со щитом, которого тяжело лицо пробить. Центурионы со щитами огненными так хорошо рассыпаются от этого пистолета.
Включаем панель и... Да, и открываем себе доступ на буровую установку. Ох, это было потрясающе. Все, ребят, привет, я все дело сделал. Любуетесь? Ух ты. А, точно, это же ведь... Мы туда еще попадем. Так, ну здесь никуда не добраться, поэтому нам нужно спускаться вниз. Включай панель и ждем гостей. Кажется, они хотят вернуть себе бург. Подъем. Какие вы болючие собачки, а? На. Уф. Ого. Так, здесь нам был намек на то, что нам нужно в конце подпрыгнуть, иначе будет бобо. Вот так, раз. А этот чувак прыгнул, хорошо. Снайпера. И вон эта шикарная буровая установка, еще одна. Надо такие прыжки. Если осторожно, взорвется, отходи. Нет, я думал, зацепит нашего. Фух, ну а теперь самый зрелищный момент. То мне это совсем не нравится. Которые пиарили в трейлере. И это жутко впечатляет на самом деле. Черт, нашего там накрыли, я успею, не успею. Давай вниз! Сам сжался, его тут же накрыло опять. Фух. Где наш второй там потерялся? Скосились. Вперед. Я съехал. Конечно, здесь можно пробежать абсолютно сейфово, но это неинтересно. Здесь есть способ поверху просто подскочить, да и все. Вы 9 раз едва не погибли. Призракам и стражам не привыкать к опасности. Если вам не хватает мотивации, то я мог бы рассказать о том, как мы с лордом Шаксом охотились на Хамкару. На самом деле, все хорошо.
Ну как, друзья, впечатляет комнатка? Нам вот туда. Так, дерпим. Квантовая дерпи. Окей. Поехали. Наверное, именно это искали агенты Кабала. Не может быть. Как ты догадался? Как ты смеешь? Так, ко всему еще и меч карпи насыпали нам. На выбор у нас есть два варианта. Просто ломить этому Дексу в щи, и тогда надеяться, что нас гарпи не заедят. Либо сначала разобрать гарпи, а потом уже добивать Декса. Я выбираю второй вариант. Та-та-та-та, осторожно. Так, настал неуязвим. Надо подобрать эти патроны. А у нас их фул. И у нас пропадает пол. Что происходит с полом? Новая итерация. Осторожно. Сейчас есть одна опасность. Это момент, когда он будет поджигать пол. Так, неуязвим. Первый круг. Вот этот. Второй круг. Следующая итерация пошла. Я последний страж. Так, пора немножечко. Так-то лучше. Еще одна итерация поджигания. Ребят, 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 ну вы что вы делаете? А, все, пол пропад. Так. Ладно. Ого, сзади. Слепит очень жестко, если попадает этой своей хреновиной. Не теряй голову. Есть. Гигант пал. И мы получаем заслуженную награду. Теперь ему точно конец. Завала, у нас порядок. Так, что же мне выпало? Дробовик, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Ретро-футурист. И броня, которых у меня уже много. Оружие вексов в руках Красного Легиона стало бы нашей погибелью. Благодаря тебе мы одержали победу на всем фронте. Тебе следовало бы отдохнуть, но нам нужна твоя помощь. Что-то мне подсказывает, что ты не против. Хм.
Ну что ж, вот и прошли единственный доступный пока страйк, и он, друзья, был классный. 156 противников. Ого, это больше, чем они вновили в два раза вместе взятые. Ну, убийство прицельным выстрелом 70, а это практически половина от всего, что тоже неплохо. И куча воскрешений. Нормально отыграли. Возвращаемся на орбиту, подведем маленький итог и будем заканчивать. Ну и так, это тот же самый Destiny, только лучше, больше, больше искорок, всего остального. Радует нововведение. Пока не понимаю, как я отношусь к тому, что поменяли баланс оружия, но это уже будет видно после релиза. Сейчас, друзья, нас еще ждет PvP. Когда оно будет, я не знаю. Чуть позже я, наверное, объявлю о своем отпуске. Тут у меня был небольшой перерыв на фоне анонса Патреона. А вот скоро я отъезжаю на пол сентября в отпуск. Надо отдохнуть. В этот момент что-то будет выходить. Может быть, редко. Я постараюсь что-то записать про запас. Планировался выход The Last of Us, но пока есть технические проблемки. Как все получится, мы узнаем уже очень скоро. Отъезд мой намечен на 3 число примерно. А сейчас я с вами, друзья, прощаюсь. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Если да, поднимайте большие пальцы вверх и ждем Destiny вместе. Всем пока.